о фракции «Единая Россия». За Наталью Владимировну Пахомскую, троекратная, третья протяжная, кип-кип! Ура! 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 Из осеннего солнечного Симферополя в дождливую Москву, в Думу, из гостиницы пешком и в пальто. Холодно, да? По сравнению с Крымом, конечно, прохладно. Наталья Поклонская, ставшая известной на всю Россию во время и после Крымской весны своей принципиальностью, теперь возглавит комиссию по контролю за депутатскими доходами. Киевские власти, узнавшие об ее избрании в российский парламент, завели против Поклонской дело по статье «Госизмена». Новый депутат советует им хотя бы почитать собственные законы. Госизмена. Субъектом государственной измены по Украинскому кодексу уголовному является гражданин Украины. Я давным-давно не являюсь гражданкой Украины.